Сегодня в Чувашии дали официальный старт Году культуры. На торжественном открытии в Театре оперы и балета собрались работники отрасли. Артисты, художники, сотрудники музея. На торжественном открытии собрались работники отрасли, артисты, художники, сотрудники музея. Открытие в Театре оперы и балета. На торжественном открытии собрались работники отрасли, артисты, художники, сотрудники музея. Официальный старт Году культуры. Известных земляках, произведения которых до сих пор называют культурным достоянием республики. Но в этой плеяде должны появиться и новые таланты, отметил Михаил Игнатьев. В этом году в республике планируют отремонтировать многие учреждения. Филармонию, театр оперы и балета, дворец культуры «Салют». 2014 будет богат на культурные события. В республике пройдут официальный старт Году культуры. Известных земляках произведений.